Роман Бодров хорошо известен в нашем городе и далеко за его пределами, как директор студии «Союз Арт», композитор, певец, звукорежиссер, аранжировщик. С 14 лет играл в различных ВИА и рок-группах «Адвокат», «Пророк», «Бенбоу». Помимо современной, серьезно занимался религиозной, этнической и народной музыкой. Профессиональный ведущий «Тамада», мастер пародий и перевоплощений. И тигры у ног моих серий. И с лестниц в глаза мне глядят. Все вместе поем. Роман Бодров работал с такими известными актерами и звездами эстрады, как Николай Караченцев, Наталья Варлей, Юрий Назаров, Владимир Михайлов, Юрий Мазихин, Раиса Саидшах, Влад Маленко, Любовь Привина, Татьяна Острягина, Михаил Мень, группа «Альфа». С телекомпанией «Тонус» композитора связывают многие годы дружбы и сотрудничества. Одна из новых композиций была записана вместе с известным общественным деятелем, режиссером, актером, писателем Сергеем Боковым. Роман Бодров положил на музыку стихотворение Сергея Бокова. Так родилась баллада о любви, дружбе и верности, братстве и предательстве, надеждах и разочарованиях под названием «Пусть другие дойдут». Когда Сергей мне прислал текст этой песни, я прочитал его и понял, что сделать аранжировку и написать музыку — задача непростая. Стихотворение само по себе очень трагическое, очень серьезная тема раскрыта. Осталось только определиться, в каком стиле будет звучать эта песня. Не обязательно, чтобы подчеркнуть весь трагизм, да, вот, чтобы человек сопереживал герою этой песни. Не обязательно песня должна звучать в медленном темпе. То есть существует много способов, как сделать песню в быстром ритме, но при этом, чтобы не потерялась вот эта вот грустинка, чтобы осталась песня в таком в минорном стиле. А уже последний куплет? Все, да, уже последний. Развитие, да. Уже все, развитие. Кульминация, там... кульминация, все вот это вот у нас. Вообще кульминационное вот это вот. Да. Вот этот момент, вот эта строчка. С контрапунктом здесь тоже все в порядке. Так, здесь все хорошо. Все должно быть... Зрителю должно быть все понятно. Как товарищ Караченцев говорил, все должно быть ясно. Баллада такая получилась. Я думаю, что нас поймут. Не судьба мне дойти, пусть другие дойдут, пусть их смелых в пути, как меня не убьют. Ну вот у тебя сейчас некоторые моменты вообще идеально получаются. Знаешь что, вот, мне кажется, что хорошо будет этот, пусть другие дойдут. Знаешь, дойдут, то есть прям все, дойдут, все. Да, ду-ду-ду-ду-ду, прям, да? Нет, хорошо сейчас получилось, потому что хорошая точка, то есть есть уверенность такая. Вроде все рассчитал, даже знал, где споткнусь. Только в спину ножом друг ударил, как трус. Ой, за что ты меня? Ты же друг, даже брат. Разве я виноват, что душою богат? Я за общим столом вас всегда собирал. Мед из братины сам первым я отпевал. Стой, друг, стой, не спеши, подожди, дай вздохнуть. Положи ты меня на непройденный путь. К счастью, путь отыскать я с пеленок мечтал. Нежность с кровью тревог из души источал. Много было всего на тернистом пути, только вот суждено лишь упрямым дойти. Кто нелепо погиб, кто-то спился и сник, заблудился в любви, стал ручным, кто был дик. Мы, казалось, дошли, шаг осталось шагнуть. Хватит счастья для всех, кто прошел этот путь. Стой, друг, стой, не спеши,
подожди, дай вздохнуть. Положи ты меня на непройденный путь. Если в брате не ты недоверие узрел, значит, счастье понять ничего не сумел. Эй, корчмарь, наливай в чашу братства вина, пусть отведают все, поддержи, старина. А хозяин в ответ: ты, я вижу, вожак, я желаю тебе знать, кто друг, а кто враг. Должен первый уметь брать удар на себя, к цели всех привести, побеждая, любя. Стой, друг, стой, не спеши, подожди, дай вздохнуть. Положи ты меня на непройденный путь. Ох, спасибо тебе, век живи, век учись. Друга перешагнув, сам себя берегись. Нет удачи в пути, если завистью жил, если братину в злобе как дружбу разбил. На осколки взглянув, я подумал: ну что ж, разной крови с тобой, коли взялся за нож. Если ложью не смог отравить, как змея, я паду от ножа, тихо примет земля. Стой, друг, стой, не спеши, подожди, дай вздохнуть. Положи ты меня на непройденный путь. Не судьба мне дойти, пусть другие дойдут. Пусть их смелых в пути, как меня, не убьют. Не судьба мне дойти, пусть другие дойдут. Пусть другие дойдут. Хорошо.